Хороший, шустрый бразилец. И вот мы ударим сейчас. Бери Гладина. Олег Гусев. Не слишком убедительно. Подбирает мяч Дуду. Может, у Дуду получится. А он вот так вот решил. Пошутить. Хорошо, Рафаэль. Дуду. Дуду удар. И мяч попадает в ногу Марка Рубена. Покидает поле. Взял, просто ударил его кулаком в спину. За что получил красную карточку. Ну, естественно, умные недовольства Валерия Газая. Ни за что, просто так. Дуду. Удар бразильца! Вот это да. Двумя защитниками пробил. Не очень приятный ракурс был для обозрения этого эпизода у Сергея Долганского. Но Дуду просто не попал в ворота. Ошибка с передачи, опаснейший момент, добивать надо, гол! Браво, Ворскла! Вот смотрите, ошибка, Таитаева перехватывает мяч. Артем Громов выскакивает один на один, и все-таки сумел он переиграть Максима Коваля. Еще одна подача в штрафную. Вот бы сейчас пробить! Это бьет Кривошеенко, но мяч проходит мимо ворот. Так, в этом тайме вряд ли будет замены. Вряд ли будет делать Юрий Павлович Семин. Хорошо, Кривошеенко. Великолепно в отборе Вадим Сапай действовал. Кривошеенко, удар, выпускает мяч из рук. Ковально затем вновь все-таки успевает подобрать. Тила. Дуду. Молодец, бразилец, молодец. И не дотягивается до мяча Марко Рубен. Какой момент был. С Машем разобрались. Удар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! И что арбитр показывает на 11-метровой? Удар! Браво, Долганский! Браво! Ну... Все зависит, конечно, от арбитра и его решения. На мой взгляд, нарушение было все-таки в штрафной площади. И вот мощный удар Брауна и Де. Молодец. Молодец. Очень хорошо этот парень вошел в игру. И вот шанс, и это удар! Рафаэль. Ермоленко. Удар! Добить некому!